Приветствую вас, мои дорогие, вы на канале Жанны Фетисовой. Вы много раз задавали мне вопрос, какими уходовыми средствами я пользуюсь из бюджетной линейки. Сегодня мы поговорим о таких средствах. Все эти продукты мне очень нравятся, я с удовольствием использую их в своем повседневном уходе. 15 ноября мне исполнилось 44 года. Теперь я уже совсем взрослая девушка и уж точно могу вам что-то советовать. Я думаю, что мое видео будет полезно девушкам от 35 и выше. Поскольку средств довольно много, я решила разбить это видео на две части. Стоимость этих средств не будет превышать цену в 500 рублей. Что ж, давайте приступим. Предлагаю начать с очищения. У меня смешанная кожа, в основном склонная к сухости, однако в зоне Т бывают иногда расширенные поры, и я покажу вам сегодня, что я делаю для того, чтобы их сузить и почистить, и остальная часть лица стремится к сухости. Это очень неудобно, часто бывают шелушения, поэтому я выбираю те средства, которые не стягивают мне кожу, хорошо увлажняют. В данном случае Nivea Mousse. Нежный мусс для умывания для сухой кожи. Очень хорошо мне подошел. Как вы видите, он у меня уже практически заканчивается. Многие говорили, что он не экономный. Мне он служит довольно долго. Стоит он у меня в душевой кабине. И уже после того, как я сняла основную часть косметики с лица с помощью специального средства гидрофильного масла, я использую вот эту пенку. Она выдает, как вы видите, сразу же очень густую пену при одном нажатии. Можно варьировать количество, это очень удобно. Естественно, под глаза я все эти средства не наношу, какие бы они ни были бережные. Мне она кожу не сушит, ощущения стянутости нет. Приобретала я ее в магазине «Подружка». Следующее. Также очень бюджетное средство. Это Skin Food, пенки для умывания. Таких у нас было несколько. Это пенка с яичным порошком. Можно приобрести на сайте iHerb, ну также на других, я думаю, сайтах. И сейчас уже многие магазины сетевые тоже продают корейскую косметику. Это корейский бренд Skin Food. И лично она не стягивает кожу. Естественно, потом я наношу всегда уход и никогда не оставляю неувлажненную кожу. Но, по крайней мере, неприятных ощущений у меня нет. Она довольно густая, ее нужно взбивать специальной сеточкой, либо в руках, кому как удобно. Этой пенкой может умываться вся семья, и мужчины, и женщины. К тому же это средство имеет нейтральный аромат. После умывания пенкой я обязательно увлажняю свое лицо с помощью тоников. В этом случае вы видите, это серия Eco Laboratories Natural and Organic. Facial Tonic Anti-Age. Это тоник для лица, омолаживающий. Активные ингредиенты здесь кофеин, органические масла, жожоба, экстракт жасмина, гиалуроновая кислота. Конечно, гиалуроновой кислоты здесь, как вы видите, немного. Это очень-очень бюджетная косметика. Потому что если бы здесь было много гиалуроновой кислоты, этот тоник был бы густым, потому что гиалуроновая кислота натягивает в себя воду и превращает воду в гель. Довольно приятные ароматы, легкие такие, цветочные, не стягивает кожу, наоборот увлажняет. Ощущения на коже очень приятные, хорошее бюджетное средство, без силиконов, без парабенов, без. Eco Laboratories — это российская компания, очень советую вам присмотреться к средствам этого бренда. Следующий тоник, который мне тоже очень-очень нравится, я приобретаю его регулярно, это Facial Toner от Hamris, американский бренд. Приобрести его можно на iHerb. Прекрасные средства, здесь очень много натуральных экстрактов, здесь действительно хорошие богатые составы, ну в данном случае это сиренья, но в принципе я приобретала многие другие тоже. Аромат потрясающий, натуральной сирени, замечательное ощущение увлажнения. Как я наношу тоники после умывания, я просто капаю немножко вот так в ладошку, буквально чуть-чуть. Растираю и похлопывающими движениями наношу на лицо зону декольте. И иногда вот такие увлажняющие тоники без добавления каких-либо кислот, каких-то агрессивных средств мне приходится наносить по нескольку раз. Просто несколькими слоями, вот так, когда я жду, впитается первый слой, потом другой, потому что я чувствую, что недостаточно мне увлажнения. Особенно в те дни, когда я использовала перед этим кислоты, кожа, конечно же, сохнет. Эти же самые увлажняющие средства я иногда наношу, в том числе на маски одноразовые, пропитываю маски
и далее наношу на лицо. Это мой самый любимый способ, как быстро хорошо увлажнить лицо. Особенно если тоник вот как этот с гиалуроновой кислотой, то влагу он удерживает, как вы понимаете, лучше, чем обычный. И следующий тоник, который я вам несколько раз уже показывала, он у меня еще не закончился. Ну, здесь просто пол-литра. Это тоник от Топлан. Японский производитель, приобрести его можно на многих сайтах, которые продают азиатскую косметику. Вот такая вот удобная, кстати, крышечка, просто наливаю сюда, и далее все точно так же. Аромата он практически не имеет никакого, содержится саке, то есть ферментированный рис. Но все ферменты прекрасно, как вы знаете, восстанавливают нашу кожу, увлажняют, делают ее мягкой и улучшают структуру. Следующее, что я наношу после тоника, это сыворотки. Более жидкие средства затягивают за собой более густые, то есть сыворотки. В нашем с вами сегодняшнем ценовом сегменте абсолютно побеждают средства от V Cosmetics. Это российский производитель, новосибирские разработки НИИ. Замечательные сыворотки. Это сыворотка с активным биокомплексом, антикуперозная. Сыворотка наносится на все лицо, постепенно начинает менять наши сосудики в лучшую сторону, они становятся менее видными. И я рассказывала вам о ней, показывала состав в своем влоге. И оставлю вам ссылочку вот здесь наверху под восклицательным знаком. Посмотрите, пожалуйста, я там показываю все составы. Думаю, что составы вас удивят. Довольно густая сыворотка, однако она полностью у меня впитывается, практически ничего не остается, кожа ее просто так выпивает. Замечательное средство, наношу его под крем. Следующее средство это точечный крем, мусс против глубоких морщин под глаза. Довольно жидкий, поэтому его я тоже воспринимаю все-таки как сыворотку, больше, а не как крем. Его можно наносить как точечно на все лицо, на зону декольте, если есть здесь какие-то морщинки, для того, чтобы подтянуть овал лица. Также можно наносить как обычную сыворотку просто под глаза, ну и в общем на все лицо. Точечный крем мусс против глубоких морщин, ванилия айс-крем. Здесь также абсолютно натуральный состав. И косметика, это органическая косметика, хранится она один всего лишь год и только в холодильнике. Обратите на это внимание, когда будете делать заказ, заказывайте ровно столько, сколько вы можете использовать за год. Следующая замечательная сыворотка, которую я открыла для себя, очень бюджетное средство, это кафе красоты. Сколько я понимаю, это российская компания. Кстати, вы спрашивали у меня и по поводу Эколапс, и по поводу кафе красоты. Да, я использую эти средства. Конкретно это увлажняющая сыворотка для лица, дневной уход, премакияж. Здесь содержится гиалуроновая кислота и некоторые другие уходовые компоненты. Она как гель, она полностью впитывается. Можно использовать как базу под макияж. Подойдет, я так думаю, для всех типов кожи. Если вы нанесете это средство на тоник, то вся жидкость из тоника вместе с этим средством, с гиалуроновой кислотой, будет прекрасно держаться на коже в течение дня. У меня как база под макияж, она не скатывается, ведет себя прекрасно. Следующая сыворотка, моя любимая Hada Labo. Японский бренд, приобрести можно в магазине «Подружка» с гиалуроновой кислотой. Здесь два типа. Первый тип с мелкими молекулами, которые глубже уходят на более глубокие слои кожи. Второй тип с более крупными молекулами, которые удерживают влагу на поверхности кожи. Уже такой более видимый, очевидный гель, потому что здесь действительно большое количество гиалуроновой кислоты. Для тех, у кого очень сильно сохнет кожа, либо для тех, кто не хочет перегружать свою кожу какими-то средствами, его можно использовать и днем, и на ночь под основной крем, либо просто в качестве увлажнителя под макияж. И следующая моя находка, показывала вам это средство в своих покупках iHerb последних, это Reviva Labs Eye Complex Firming Cream. Я думаю, что многие будут довольны, если попробуют это средство, так как оно не жирнит кожу под глазами. Для меня это крем-сыворотка. Для жирной кожи вполне возможно этого будет достаточно под глаза. Но для меня недостаточно, я перекрываю его еще сверху либо базой под макияж, либо каким-то более увлажняющим кремом. Этот крем у меня впитывается полностью, абсолютно, вот просто исчезает. Здесь удобная помпа, его невозможно открыть, средство поднимается, оно полностью изолировано от воздуха. Здесь находятся компоненты, которые действительно корректируют
кожу, поддерживая коллагеновые волокна. Здесь содержатся средства, которые расслабляют мышцы, снимают напряжение. И вот ощущение нервного напряжения в глазах, оно убирается. Таким образом, морщинки действительно разглаживаются. Для меня это прекрасная сыворотка. С удовольствием использую ее. Не со всеми она средствами тональными может подружиться у вас. Поэтому я думаю, что лучше, конечно, вот этот крем или сыворотку, можно по-разному ее называть, использовать на ночь. Что я и делаю. И после сывороток я всегда наношу крем под глаза. Почему в таком порядке? Потому что таким образом я перекрываю опасную чувствительную зону сразу же тем средством, которое для нее предназначено. Чтобы потом, если вдруг я наношу, например, какой-то активный кислотный уход или с ретинолом уход, то попав на эту зону, крем может просто обжечь, и у вас будет шелушиться зона под глазами. Ну, вот в таком порядке. Вначале крем под глаза, и потом уже на все лицо. В качестве прекрасного, чудесного крема под глаза, который я не раз сравнивала с люксовыми средствами, выступает Fluent Eye Cream от Reviva Labs. Замечательное средство, очень густое, маслянистое, хорошо впитывающееся, такое просто богатое, наполненное маслами. Здесь очень много масел, полезные растительные экстракты, масла и витамины. Просто замечательное средство. За свои очень небольшие деньги приобретается оно мной постоянно на сайте iHerb. И, соответственно, этот самый крем я могу нанести как под глаза, также и для шеи и декольте он предназначен, так как эти две зоны очень похожи. В этих зонах очень тонкая кожа, практически нет жировой прослойки, и она нуждается вот в таком богатом, очень питательном уходе. Мой, это уже я не помню, какая баночка по счету. В любом случае, несколько раз вам уже показывала его в своих видео о пустых баночках. У меня эти видео называются «Что съела моя кожа за определенный период». Также на все параллельные темы я оставляю вам обязательно ссылочки вот здесь наверху под перевернутым восклицательным знаком. И следующий крем, вы будете удивлены, но это так. Этот крем не покидает меня уже много-много лет в связи с тем, что очень сухая у меня кожа под глазами. Этот крем для многих из вас является знакомым. Он продается где угодно. Крем фабрики «Свобода» называется «Вечер». Его можно наносить и на веки, и на лицо. Экстракт петрушки, витамины А и Е устраняет морщины, уменьшает темные круги для сухой и чувствительной кожи. Здесь есть также воск и ланолин. Они полностью не впитываются. И это как раз то, что нужно очень сухой коже под глазами. Но, по крайней мере, мне это очень помогает. Я наношу его как поверх макияжа, вот так, прямо промакивающими движениями в течение дня. Он не смазывает макияж, как бы это ни странно звучало, при том, что он такой довольно жирный. Но, скорее так, он не жирный, он такой вот именно восковый. Но зато консилеры не скатываются ни в какие мимические морщинки, и кожа под глазами не сохнет. Обычный абсолютно тубе стандартный, и стоит он, ну, прям совсем копейки. Кстати, вы можете его использовать и на руки, и на ноги, и как угодно. Я беру его с собой в течение дня, его использую при необходимости. Это была первая часть видео о бюджетном уходе. Во второй части мы разберем все оставшиеся средства, а их осталось немало. Друзья, я жду ваши отзывы и всегда благодарна вам за каждую написанную строчку. Я всегда отвечаю на все отзывы. Спасибо огромное за все ваши поздравления и за вашу поддержку. Именно благодаря вам, моим любимым зрителям, мой канал развивается. Ждите продолжения этого ролика. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!